4 золоченых купола и креста было установлено на храм Покрова Пресвятой Богородицы Уральского города Заречного. Строящаяся церковь стала первым каменным храмом города. Помимо нее в Заречном существует деревянная Николаевская церковь и храм чудотворца Московского Алексея Мечева. О том, как в городе уральских энергетиков возводится Богородичный храм, смотрите наш следующий материал. Город Заречный многим известен тем, что в нем располагается вторая по счету промышленная атомная станция в России. Уральское поселение, основанное в 1955 году, сейчас насчитывает более 27 тысяч человек, и некоторые из них принимали самое непосредственное участие в постройке нового храма. Именно благодаря их сплоченной работе в городе сначала появилась Свято-Алексеевская церковь, а сейчас строится белокаменный Покровский храм. В нем уже ведутся внутренние отделочные работы, оштукатуривание стен, подготовка к покрытию полов и установке иконостаса, а совсем недавно на храм установили золоченые купола. Перед подъемом конструкции настоятель Свято-Никольского прихода протоиерей Николай Неустроев совершил чиносвящение куполов и крестов на верши. Освящается крестное сие знамение благодатью Святого Духа. История строительства каменного храма в городе началась еще в 2001 году, когда было принято решение о возведении церкви. Затем был заложен первый камень в ее основании, а позже, в ту пору, правящий архиерей, архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий, ныне митрополит Ташкентский и Узбекистанский, благословил создать фонд «Покров», в который от меценатов поступают средства на возведение Дома Божия.